Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И сегодня обзор для любителей простоты, информативности, ну и так скажем, эстетики. Вот этот циферблат от Шарлотты Дитмарх. Давненько я не делал обзорчики на ее циферблаты, и вот, наконец-то, один из таких интересных экземпляров появился на нашем канале. Что мы, значит, с вами здесь имеем? Конечно же, во-первых, это режим AOT или экран всегда включен. Вот так он выглядит. Ну и далее по ходу поехали. У нас, значит, есть цифровое время. Оно может отображаться в 12-часовом, либо в 24-часовом режиме. Число 12 месяц, 12 число, 2021 год. 49 недель. Потом день недели у нас воскресенье. И 345 дней уже в этом году. Далее виджет погоды, который меняется. И виджет пропущенных звонков тоже меняется. Здесь у нас виджет получается восхода и заката. Здесь же у нас напоминание. Все это меняется. Здесь показано, что у меня иркутское время в 24-часовом режиме. Далее показано, сколько я прошел в километрах, может быть и в милях, в зависимости от настроек вашего смартфона. И, естественно, сколько шагов натопал. Вот такой вот интересный циферблат. Здесь у нас заряд батареечки выполнен вот в таком интересном стиле. И с этой стороны у нас показано, сколько я выполнил заданного из Samsung здоровья. У меня задано 10 тысяч шагов, соответственно, вот столько я от общей доли выполнил. Теперь, дорогие друзья, давайте пройдемся по настроечкам. Нажимаем настроечки и поехали. Первое, что у нас здесь с вами есть. Давайте посмотрим. Так, раз, два. Как видите, изменение цвета цифр времени. Оставим нужное нам и поедем дальше. А вот, наверное, такое-то оставим. Поехали. Теперь, что у нас значит? Здесь мы можем убрать, смотрите, верхние и нижние значения, а здесь вообще их не будет. Ну-ка посмотрим, что у нас получается по факту. Вот так у нас получается, только виджеты. Вот данный циферблат или вот такая данная возможность действительно будет экономить заряд вашей батареи. Так, давайте попробуем еще и так. И так у нас с вами будет. Получается, убрано. И только показано здесь, что есть такие значения, да? Power Stealth. Можно... Вот здесь показано, да? Power. А здесь шаги. Full, полный, да? Я так понимаю. И здесь сколько выполнено. Вот такие вот интересные обозначения. Ну, а мы с вами идем далее. Сейчас верну я все, как было, дорогие друзья. Мне нравится с полной информацией. И поехали дальше. Дальше у нас просто затемнение циферблата. Можем задать ему, немножко затемнить его. Вот так, на полной яркости. Поехали далее. Здесь изменение всех информационных и виджетов, и значений, пожалуйста. Именно цвета их. Можно сделать, вот, допустим, беленький, тоже, кстати, неплохо смотрится. Ну, а здесь, дорогие друзья, мы просто задаем все виджеты. Вверху мы с вами можем что-то выбрать, да? Ну, допустим, давайте-ка я, наверное, выберу последнее приложение. Здесь сбоку я выберу ярлык какого-нибудь приложения, допустим, компаса. А с другой стороны сделаем, что мы? А сделаем мы, наверное... Кислород. Далее я эти значения оставлю, как и было. Погоду оставлю. Здесь мы с вами зададим. А что мы с вами зададим здесь? Давайте барометр сюда зададим. И в остальном я все оставлю, как есть. И нажимаю ОК. И вот все те значения, которые мы с вами имеем. Действительно, интересный циферблат. Еще раз повторюсь, для всех тех, кто любит минимализм и практичность. Вообще просто супер. Поэтому, дорогие друзья, если вам это интересно, этот циферблат вас устраивает и вам нравится, пишите свой комментарий и, естественно, ставьте лайк этому видео. И я вам дам промокод на бесплатное скачивание данного циферблата, хотя и стоит он, в принципе, недорого, 60, по-моему, что ли, рублей.
Промокодов будет, не помню, то ли 30, то ли 50 штук, поэтому, дорогие друзья, успевайте быть одними из первых, кто войдет в число тех, кто получит бесплатный промокод. Вам же я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!